Трагедия разыгралась в Краснодарском крае в правлении Армавирского садового товарищества. Там, недовольный счетом, за воду пенсионер схватился за нож и совершил нападение на нескольких человек. Инцидент произошел накануне. В правление пришел 61-летний мужчина, который предъявил претензии за пришедший ему слишком высокий счет за воду. Однако в процессе выяснения финансовых обстоятельств между членами правления и мужчиной произошел конфликт. В результате пенсионер схватил нож и нанес несколько ударов ножом в шею юристу. Пострадавший скончался на месте. После этого посетитель напал на женщин, председателя правления СНТ и бухгалтера. Одну из них он также ударил ножом, а в другую выстрелил из гарпуна, который также у него был с собой. Одна из раненых женщин при этом выскочила на улицу и попросила о помощи. В настоящее время пенсионер задержан, а раненые женщины находятся в больнице. Задержанного обвиняют в убийстве и покушении на убийство –